Не трогай меня! Живой. Инг! Эдар! Вы живы? Раз уж главный враг побежден, можно и более мелкими вещами позаботиться. Пошли, Блу, разыскивать чару, чтобы сделать перезапуск. Хоррор, я сам могу идти за тобой. Ладно, вы возвращайтесь к Ди, а я пойду восстанавливать Андерсвап. До встречи. Инг, подожди! Что случилось? Как бы это странно ни звучало, но я иду с тобой восстанавливать Ау. Что? Мне послышалось? Эра Разрушитель Миров хочет восстановить Ау? Ты ломаешь стереотипы, Эрор. Я бы хотел извиниться за все. Мы могли не драться и, может быть, стали даже хорошими друзьями. Энг, ты был прав с самого начала. На самом деле у тебя есть совесть. Заткнись. Ну, если ты в порядке и готов, то ладно, пошли. Дрим, тогда тебе придется идти одному к Ди. Расскажи ему, кто что делает. Ладно, удачи вам. Ну что, пошли? Эрор? Что происходит? И кто он? Ваш мир разрушается, Эйдринг. Мы хотим восстановить Ау. Подожди, что? Инг? Это долгая история, потом поговорим. Наконец-то закончили. Бабушки, у вас получилось! Так, секунду. Эра, ты можешь создавать! Ты тронул меня! Эра? Боже, мои глаза! Что? Эрор. Ошибка. Что происходит? Я ничего не вижу. Ничего не вижу. Эрор, мы тебя не бросим, слышишь? Мы что-нибудь придумаем. Надо идти к Ди, Папайрус. Скоро должны вернуться. Хор и Голубика с чарой. Встретих. Бро... жив? Хоррор, давай её на диван. Наконец-то. Ага. Ладно, я пойду за бинтами и сделаю тако. А ты сними капкан с человека. Ладно. Вот и все. Хоррор, что происходит? О, привет, папс. Да так, пытаемся перезагрузить таймлайн. И как? Как видишь. Я вернулся. У моего великолепного бро появился великолепный шрам. Папи! Мне надо подлечить человека. Папи, отдай мне бинты. Спасибо. Готово. Человек просыпается. А? Это как? Ты жив? Мы не обидим.
И расскажи, почему ты решила встать на путь геноцида? Эта история намного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Будучи совсем ребенком, я попала в аварию, в которой сильно повредила обе ноги, из-за чего теперь мне очень сложно ходить. Когда я попала в подземелье, то не собиралась никого убивать. Я просто хотела вернуться домой. Но, к сожалению, чтобы быть пацифистом в мире монстров, надо иметь очень быстрые ноги. Я просто физически не могла уклоняться от всех атак монстров. И, в конец отчаявшись, встала на путь геноцида. Так у меня был хоть какой-то шанс выжить. Боже. Хоррор, ты должен извиниться перед человеком. Что? Хоррор. Ладно, извини. Слушай, Чар, давай сделаем так. Я со своим бро поможем пройти тебе подземелье. Но тебе надо перезагрузить этот таймлайн. Как тебе такой расклад? Я сделаю это. Вапи воцарился мир и гармония. Чара с помощью Блу и Папайруса прошла по пути пацифиста и освободила монстров. Теперь монстры живут на поверхности и счастливы. После перезапуска Чары, Хоррора выбросила из АУ и стерло с Вапом воспоминания о нем. Теперь он обитает с нами в антипустоте. Хоррор скучает по Блу и частенько шпионит за ним. Несколько раз он подходил и пытался заговорить с ним, но Голубика не узнавал его и пугался его страшного вида. Блуи не подозревает, что этот страшный скелет с улыбкой маньяка когда-то был его другом. Инг приглядывает за мной, ведь буквально через несколько дней после первой оживленной куклы у меня сильно испортилось зрение. А потом вовсе я перестал видеть. Доктор Гастер объяснил. Это произошло из-за сильного перенапряжения магической матрицы. Так или иначе, я стал практически беспомощным. Но Инг заботится обо мне и даже помог мне частично преодолеть гаптофию. В итоге мы все же стали друзьями. Пусть и для этого пришлось через многое пройти. В свапе воцарился мир и гармония. Чара с помощью Блу и Папайруса... Господи, все, ну что ты миш... все. В свапе воцарился мир и гармония. Чара с помощью Блу и Папайруса прошла по пути пацифиста и освободила монстров. Теперь... Господи, ты заткнешься хоть когда-нибудь, а? Ну, серьезно, я тут... Я последнюю часть попитала, дай, да, озвучу и уйду, и все. После перезапуска Чары... Господи. После перезапуска Чары, Хоррора выбросила из АУ и стер воспоминания с Вапань. Господи, да почему так все? Несколько раз он пытался Хотя как знать, что это действительно ты? То взрыв, то взрыв. Переделаем. Чуть не сдох. Слабый сигнал. Господи, как же трудно быть ученым, когда ты дебил! Я использовал те чертежи.
чертежи. О как. Я использовал те чертежи. Блин, опять чертежи. Ха-ха, я уже не могу. Просто послушайте. Ууу, я защитник, ау! Я ношу кучу ненужной одежды. А что вообще творится? Конечно же ты не хочешь. Но последние 100 лет вы были хорошо. Ай, боже мой, что за фигня? Ему это невыгодно. Ему же... А! Конечно же ты не хочешь, ведь твой брат... Ой, чувствую, я запнусь, ребят, с этим текстом. Чё мне делать? Чё мне делать? Ужас, а? Наверное, это попадёт в неудачные дубли. Конечно же нет. Тебе же было хорошо в последние 100 лет. Не так ли? Никаких тревог. Ау, боже мой, тревог. Тревог, дебил. Ничего. Мне интересно, что за ужасы творил твой новый друг, если они... Блин, боже мой. А теперь прочь с дороги. Мне нужно выбить... Что такое? Если бы можно было найти вернуть способ, блин, боже мой. Если бы можно было найти способ, ведь... Если бы можно было найти способ вернуть Найтмара в его на изначально план. О господи, чувак, респект, ты дошел до, блин, до 11:47. Это прям зашибись. Короче, ролик, наверное, до 13, может, 12 минут сейчас допилим. А, вот здесь вот есть вывеска, ну, вот здесь текст. А, ты, пожалуйста, прислушайся к тому, что я тебе говорю. Ну и, блин, чувак, я старался. Мы дорисовали комикс, мы все сделали, я все озвучил. Ты не представляешь, 2 недели, 3 почти на эту фигню потратил, на этот монтаж. Не успевал, ничего, работал. Короче, ладно, чувак, в общем, ты... Ну, ты вообще посмотри все, что тут на канале выходит, да и вообще не только по PTL. Это важно. Да. А, может, мы будем еще плохую концовку делать. Ладно, все, пока. Фух, я спать. 1:00 ночи. Ужас.